Уважаемый господин президент, дорогие друзья, очень рад вас видеть в Москве. خیلی خوشحالم جناب عالی را در مسکو ببینم. Вчера, знаете, я был в регионе в соседнем. همینطوره که در جریان هستین من در منطقه همسایه ما بودم. Коллегам прямо прилетал на территории вашей страны. И хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетает в Москву. Аскунам хабаратун ке бар харим хавайи джумхури исламии Иран парваз кардам ва воган тамайюл даштам хамунжа фуруд бокунам бе замин бешинам барои анки ба джанаб али мулоқат бокунам вале бе ман хабар дадам ке худ джанаб али тамайюл даранд бе Москву сафар намоид. Вот, у нас отношения развиваются очень хорошо. Рабите до кишваримун бе хуби тусе миёбат. Пожалуйста, передайте самые наилучшие пожелания. Мауджебе эмтинан хад буд. Чинанче хедмате магаме муазаме рахбари бехтарин резуҳо ро берасонид. Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последний год. چون ایشون از روابط ما حمایت میکنند ما واقعا پویایی توسعه روابطمون رو داریم. В прошлом году товарооборот вырос на 20% достиг хороших результатов где-то свыше 5 миллиардов у нас. Мы вышли на 5 миллиардов. شایان ذکر شد که در سال گذشته حجم مبادله کالا حجم تجارت بین دو کشورمون رشد 20% را نشون داد. این یک نتیجه خوبیه. Вот мне сейчас коллеги только рассказывали, они Ирана были, да, у нас они, как они назывались? Была выставка с 4 по 7 октября. С 4 по 7 октября у нас была выставка в Москве. Иранская выставка. و حجم مدل کالایمون به میزان 5 میلیارد دلار رسیده و الان همکارانمون به من گفتند خبر دادند که الان یک نمایشگاه تو ایران برگزار شده بود در تاریخ‌های 4-7 اکتبر. И мы сами удивились тому, какой интерес она вызвала у российской части сотрудничества. خودمون واقعا تعجب کردیم چون شرکت کنندگان آن نمایشگاه رسیده و الان همکارانمون به من گفتند خبر دادند که الان یک نمایشگاه تو ایران برگزار شده بود در تاریخ های 4-7 посмотреть пообщаться с коллегами было очень много. کسانی که تشریف آوردند اونجا میگن که خیلی خوشحال بودند با شرکای خود گفتگو بکنند. У нас большие инфраструктурные проекты. Мы давно уже обсуждаем. Сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север-Юг. Мы чанта положили бузорги зирсахти ро дарим, ке алан унха ро дарим эджра миконим. Хам дар заминее хамло нагл, масалан, раха хан. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики. Работаем в этой сфере در زمینه انرژی توسعه می‌یابند. В сфере образования у нас учится значительное количество иранских студентов. نیز در زمینه تحصیلی هم روابط خوبی را داریم چون دانشجویان ایرانی در روسیه تحصیل می‌بینند. В общем, достаточно активно идет работа практически по всем направлениям. به طور فعالانه در همه عرصه‌ها کارمون رو پیش. И, конечно, для нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно то, что касается ситуации в Палестине. Мухим не видим, что
امروز تبادل نظر بکنیم در خصوص مسائل منطقه‌ای به ویژه اوضاع فلسطین. президент, мы очень рады возможности принять вас в Москве. Добро пожаловать. جناب رئیس جمهور, خیلی خوشحالم میزبان جناب عالی را شوم در مسکو. خیلی خوش اومدید. شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خوشحالم از اینکه در مسکو هستم و در این جلسه با آقای پوتین رئیس جمهور محترم روسیه دیدار دارم و حتما مسائل مورد علاقه دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره. Во имя Бога милостивого, милосердного, спасибо вам огромное. Я тоже очень рад, что сегодня у нас проходит с вами, уважаемый господин Путин, президент Российской Федерации, данная встреча. Я думаю, что будет хорошая возможность обменяться по нашей двусторонней повестке дня. Здравствуйте, сиосаты, хамсайги, ва, здравствуйте, хамкариево. کشور دوست ما روسیه که ما همکاری‌های بسیار خوبی در این چند سال اخیر داشتیم و در همه حوزه‌ها روابطمون رو به پیشرفت و توسعه است. مذاکرات ما حتما می‌تونه در جهت زمینه‌های بیشتر همکاری با ظرفیت‌هایی که دو کشور دارن توسعه پیدا کنه. В контексте нашей политики по развитию отношений с соседними государствами, и в частности с нашей дружественной стороной Российской Федерации, мы наблюдаем, что наше взаимодействие очень хорошо продвигается за последние несколько лет. У нас достигнут прогресс и развитие. Я думаю, что сегодняшние переговоры тоже смогут способствовать созданию новых благоприятных условий для реалізації тих потенціальних можливостей, які є в наших країнах. Ми همکاری خوبی در حوزه انرژی, در حوزه کشاورزی, در حوزه کار دانش‌بنیان با روسیه داشتیم و در همه حوزه‌ها میتونه گام‌های بهتری برداشته بشه در جهت منافع دو کشور و دو ملت. Я думаю, что те взаимодействия, которые, то сотрудничество, которое мы осуществляем в сфере энергетики, сельского хозяйства, развития образования, контактов между нашими университетскими учеными, во всех этих направлениях, конечно же, можно еще предпринять более лучшие шаги. И это мы считаем, что в рамках интересов наших двух государств и наших двух народов. داره بشریت رو رنج میده اون یک جانبه گرایی است و نظام ناعادلانه جهانی است که جلوه این یک جانبه گرایی و نظام ناعادلانه رو میتونید امروز در غزه و در فلسطین ببینید. То, что сегодня, из-за чего сегодня человечество страдает, это, конечно же, принятие односторонних мер и также глобальная несправедливая система. И явное проявление тому мы можем сегодня наблюдать в тех событиях, которые происходят на территории Газы. جنایت علیه بشریت. И то, что происходит в Палестине и в Газе, это, конечно же, геноцид и преступление против человечности. و حقیقتاً باید گفت که باعث تأسف است که بیش از 6000 کودک به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. И на самом деле следует отметить, что вызывает огромное сожаление, что более 6 тысяч детей были убиты руками сионистского режима. И еще более печально, что все эти преступления поддерживаются Соединенными Штатами Америки, а также странами Запада. و تأسف بارتر از این آن است که سازمان‌های بین‌المللی و تشکل‌هایی که مدعی حقوق انسان هستند همه کارایی‌شون را از دست دادند.
И еще вызывает более сожаление то, что международные организации, те организации, которые должны защищать права человека, они потеряли свою эффективность. И это происходит на глазах у всего мирового сообщества. Путин مذاکره خواهیم داشت نسبت به مسئله فلسطین و مردم مظلوم و مقتدر فلسطین. И, конечно же, один из вопросов, который я с вами, уважаемый господин Путин, хотел бы обсудить, это вопрос Палестины, а также вопрос угнетенного, но сильного народа Палестины. В сарзамине, که در هر 10 دقیقه داره یک کودک کشته میشه. И согласно статистике, за каждые 10 минут погибает один ребенок. И необходимо как можно скорее остановить бомбардировки. И поэтому этот вопрос сегодня не только является вопросом нашего региона, это является вопросом всего человечества, поэтому следует найти очень быстрое решение для этого вопроса. И мы на этом визите, во время этого визита, будем, дай Бог, с вами обсуждать и двустороннюю, региональную, а также международную повестку дня. И в этом Я должен вам сказать, после вашего визита, уважаемый господин Путин, Бог вам в помощь, но мы были готовы, чтобы ваш самолет приземлился в Тегеранском аэропорту, и мы готовы были вас тоже принять. И хотел бы выразить вам, ваше превосходительство и правительству Российской Федерации за гостеприимство, а также за радушие. Спасибо вам огромное. Уважаемый господин президент, я обязательно воспользуюсь вашим приглашением. Жанбай Раис Джунгур, ин джанеб хатман аз давате джанабали ра эстефаде хоамкер. И должен сказать, что мы не прекращаем работать вплоть до почти Нового года. У нас в самые последние числа декабря намечено подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Шоян зекер шуд, ке бар тебге таквиме кари ма, ма эстелахан то ахирин руз сале джари милади кар хаим дашт. Ва бар тебге барнаме эмзай муафегатнаме ийджаде تجارت آزاد بین کشور جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در برنامه ایمون هست. این امر فرصت ها و امکانات جدید را ایجاد بکنه جهت گسترش بیشتر روابط ما. Позволите, я тогда начну.